Если вы узнаете, что только что произошло, вы просто офигеете. Пока просто интернета нету, сейчас выложу. Машина приехала на паркинг, просто встала, и мы ее не могли завести 40 минут. Спутника нет, сигнализации нет. Позвонили владельцу, он говорит, да-да, это нормально, когда жарко, она просто может заглохнуть и никуда не поехать. Вы ей дайте отдохнуть 40 минут. Ни чек, ни ошибка, ничего вообще. Мерседес, сука. Ну просто Мерседес, вот слов нет. Счастья вам в этом мире большом. Не покупайте Мерседес, он вам просто нахуй не нужен. Мы желаем счастья вам в этом мире. В этом мире большом. И этот Мерседес ведет себя как большой гандон.